Приветствую вас. Я бы сказал, что не совсем понимаю, в какой именно ситуации вы хотите разобраться. То есть, то, что вы описываете, да, можно интерпретировать по-разному. Можно интерпретировать как неуверенность мужчины в себе, можно интерпретировать как попытку оправдать свое нежелание с вами больше в отношениях находиться. Можно интерпретировать это как, значит, страх мужчины перед сближением с вами, ну, вообще с женщинами. Можно интерпретировать это как нежелание мужчины терять свою свободу, например, если она ему дорога. Можно интерпретировать это как то, что мужчина вас использовал, ну, для секса. Например, для секса, например, для просто времяпровождения и так далее. Можно это интерпретировать как то, что мужчина пытается вас подчинить себе. На это косвенно указывает то, что он вот говорит, что хочет, что вам нужно расстаться. Но при этом все равно продолжает писать и звонить, он как бы не берет ответственность на себя за то, что говорит, за свои слова. Вот, можно предположить, что мужчина в принципе такой вот безответственный и за свои слова в целом не отвечает. То есть можно предположить на самом деле очень много, и вы имеете полное право, я полагаю, от всего этого отказаться и сказать: нет, вы знаете, это все не так, вы ничего не знаете. Я знаю все, и вы не правы. Ну и что дальше будет? То есть, понимаете, вот чтобы понять, чтобы разобраться, да, надо хотя бы сперва определить, насколько вы совместимы друг с другом. Вот, делать это можно абсолютно спокойно с помощью научных методов, например, транзактный анализ. Вот, определить, насколько у вас совместимы элементы личности, насколько части личности у вас совпадают. Если совпадают, то вы можете быть вместе. Если не совпадают, то, соответственно, тут уже будут проблемы. Хотя бы начать с этого. А дальше, что можно сделать, это проанализировать ваши отношения вообще в целом. Как они у вас развиваются, что между вами общего и так далее. Посмотреть вклад, который вы вносите в отношения, вы и ваш партнер. К примеру, ваш вклад, ну вот, то, что вы делаете, да, это... Насколько это свободно, насколько это естественно, то, что вы делаете, насколько вам это нравится, считаете ли вы, к примеру, с мужчиной, ну, в том, что делаете, да, вот, как он реагирует на то, что вы делаете, то есть нравится ему то, что вы делаете, не нравится ему то, что вы делаете. Вот, а может быть, он чувствует себя должником вашим, может, он чувствует себя обязанным вам, ну, короче, очень много всяких вариантов, вот, но все это нужно проанализировать, потому что ни того, ни сего мужчина писать так не будет. И я уверен, что вот отвечаешь, я не знаю, ответит вам кто-нибудь еще или нет, вопрос у вас явно не первый, вот. Я не знаю, ответит вам кто-нибудь еще или нет, но совершенно точно знаю, что лагерь, по сути, будет, как бы, ну, разделен на два типа. Те, кто считает, что мужчина вас обманывает, и, в общем-то, вам не стоит с ним связываться вообще, это первое. И второе, это то, что мужчина проблемы, вам нужно его поддержать. На самом деле нет. На самом деле нет. А я думаю, что вам нужно исходить из того, что мужчина сказал. То есть он сказал, что вот у вас отношения, ну, вам лучше не общаться.
Это значит, что он развязывает себе руки. Потом в теории может изменять совершенно спокойно. В теории может вообще вас в расчет не брать больше. Просто выброс, потому что сказал, что вот все, мы с тобой больше не вместе. Ну или что мы все равно не нужно общаться, то я порчу тебе жизнь. Это означает, что все встречи, которые у вас были и будут после того, как он это сказал, то все встречи с ограниченной ответственностью, очень сильно сам мужчина может делать все, что угодно, а вам потом просто сказать, а вот ты знаешь, ну да, вот я это сделал, вот, к примеру, я там, изменил тебе, допустим, или не сильно изменяю тебе, да, ну, я сказал, что нам с тобой надо прекратить общение, а ты, типа, мне отвечал, и вот поэтому я с тобой общался, ну, может быть, спал с тобой даже, вот, оказывая тебе услугу, вот, поэтому здесь вам имеет смысл подумать больше о своей безопасности, о том, как защитить себя от такого рода негатива. Вот, и, собственно, призвать мужчину к ответственности, то есть, если вы скажете ему что-то вроде того, что вот ты сказал, что нам, типа, общаться больше не нужно, да, я тебя услышал, давай, как бы, больше не будем общаться, поскольку я тебя люблю, да, то мне, допустим, тяжело с тобой, ну, как бы, не тяжело, вот, поэтому я прошу тебя мне не писать, и все, как бы, не отвечать ему больше. Вот это уже будет достаточно серьезно взрослое поведение. Вот. А тут вы пишете, что любите человека. Но это, на мой взгляд, так и требует прояснения. То есть любовь, а что есть любовь? Любовь, а как это любовь? Понимаете? А как вы понимаете любовь для себя? Как вы ее понимаете? Понимаете ли вы ее? То есть это все нужно исследовать, это все нужно изучать. И тогда уже можно будет сказать вам что-то более конкретное, ну, то есть, что-то более такое определенное, скажем так, да? Вот. Вот так вот, в принципе, я думаю. А читать мысли ваше, его, мы не умеем предсказывать будущее тоже. Поэтому, если хотите разобраться, то либо подробнее опишите свои отношения, либо выберите себе психолога и получите хотя бы одну консультацию, где вы могли бы все вопросы, все, что вас волнует, все это рассмотреть и разобрать. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи вам.